Всем привет! Вы на канале Кухня на любой вкус. Сегодня готовим быстрый хрустящий салатик из пекинской капусты. Такой салат отлично подойдет, если вам нужно что-то быстро приготовить или просто не хочется долго стоять на кухне в преддверии праздника. Нарезаем 300 грамм пекинской капусты. За счет капусты салат будет объемным и хрустящим. Четыре яйца, двести пятьдесят грамм крабовых палочек, пучок укропа, 200 грамм кукурузы, добавляем соль по вкусу, по желанию добавляем еще черный перец или смесь молотых перцев. Заправляем сметаной или майонезом, я соединила пополам майонез со сметаной. На нарезку продуктов у вас уйдет 10, максимум 15 минут. Подаем на стол и наслаждаемся вкусом. На моем канале очень много рецептов салатов, как для праздничного стола, так и для ежедневного приготовления. Переходите на мой канал на вкладку «Видео», вы обязательно для себя найдете интересный рецепт. Не забудьте подписаться на канал «Кухня на любой вкус», нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Всем приятного аппетита и до новых встреч!